Джон Кеха – известный канадский писатель, автор нескольких бестселлеров. «Подсознание может все», «Практический курс счастья», «Квантовый воин сознания будущего», «Обретение могущества и славы» и «Деньги успеховые». Именно о ней нам расскажет Елена Барашкова. В этой книге автор рассказывает нам о том, какие действия и, самое главное, какие мысли приведут нас к успеху, благосостоянию и даже богатству. В этой книге автор рассказывает нам о том, что вся наша материальная действительность, она создается колебаниями энергии. Мысли, которые повторяются с эмоциональной вовлеченностью, с большим чувством, они постепенно запечатлеваются в подсознании, кристаллизуются в убеждении и начинают вибрировать внутри нас, притягивая из окружающего мира определенные события, людей, обстоятельства, которые соответствуют тому, что находится внутри нас. И деньги – это тоже энергия, которая представлена некоторыми материальными вещами. И деньги, благосостояние, богатство человек создает именно в своей голове. И именно мышление человека, его взаимоотношения с миром денег определяют, как он будет зарабатывать – легко или с большим трудом. Деньги будут приходить регулярно или с большими перебоями. И существует три основных базовых закона взаимодействия с деньгами. И первый закон – не сделайте деньги своими господами. Это очень важный закон, и если вы его соблюдаете, если вы знаете, что для вас важно, какие у вас ценности, то вы всегда с легкостью можете принимать верные для вас решения и никогда не предадите то, что для вас важно. Второй закон. Деньги служат вашим целям и вашим планам. Вы работаете над своими целями и своими планами, и деньги, приходящие в вашу жизнь, делают то же самое. Если у вас нет желаний, если у вас нет планов, то и ресурсам нет повода приходить в вашу жизнь. Поэтому необходимо мечтать, иметь цели, иметь планы, и тогда деньги будут приходить и вовремя, и в необходимом вам количестве. И третий закон, он исходит из самой природы денег, что деньги – это энергия. И как любая другая энергия, деньги должны циркулировать, энергия должна течь. И эту энергию, ее нельзя схватить и удержать. И многие люди так и пытаются. Они получают какой-то ресурс в своей жизни, и они боятся его потратить, боятся отпустить. И бич большинства людей с ментальностью дефицита – это боязнь потратить деньги, потратить свой ресурс. Но магия заключается в том, что только проходя через какое-то взаимодействие, через другие руки, через какую-то транзакцию, деньги умножаются. И деньги – любят людей, которые их используют, которые передадут их дальше и умножив тем самым. И таким образом, выстраивая доверительные отношения с этой энергией, вы сможете как легко впускать деньги в свою жизнь, потому что у вас есть цели и планы, и также легко сможете их отпускать. Информации в этой книге достаточно, чтобы начать действовать. Но информации никогда не бывает достаточно, потому что нужно начать действовать. Смотрите вокруг. Ищите людей, которые живут так, как вы хотели бы жить, которые мыслят так, как вы хотели бы мыслить. Мечтайте, имейте планы. И самое главное, доверяйте этому миру, и тогда деньги, приходящие в вашу жизнь, будут нести добро, развитие и безопасность. Как только вы полностью признаете ту мощь и влияние, которое оказывает на вашу жизнь собственные убеждения, следующий шаг становится просто очевидным. Измените те убеждения, что ограничивают вас и тянут назад, и создайте себе новые мощные убеждения, которые станут служить вам и вздымать вас выше. Убеждения, которые позволят вам попасть туда, куда вы только пожелаете направиться. Джон Кехо. Деньги, успех и вы. Рекомендую.